блядь, не туда. Уже рука тянется в другую вкладку. Чего, блядь? Я не понял, у меня лицуха, в смысле повреждены? Похуй на самом деле. Ой, что с вами Краби Гангстер. В прошлом году я делал Dunwall City Trials, и это третья часть. Скибиди-вап-папа. Так, мы уже научились. Пошел нахуй. Изначально, еще летом у меня была... Нихуя раздал. Еще летом у меня была задумка, то что... Попал! Еще летом у меня была задумка играть в Dunwall City Trials каждый день, каждый, хотя бы по полчасика. И все это записывать, чтобы в конечном итоге вышла нарезка на полчаса. И в самом конце я получаю эту ачивку. Как вы понимаете, никакой нарезки нет. Стой на месте, пожалуйста. Раз, два. Видали, как раздаю? Три, четыре, вот полетели. А ты где? Кстати, естественно, в этом видеоролике я использую RTX Voice, поэтому если... Ну, как вам качество звука, сразу скажите, потому что не всем, возможно, нравится нажатие клавиатуры. Мне нравится лично, потому что это... Я забыл про это. Мне лично нравится, потому что... Не знаю, как нажатие клави... Заебался я. Нажатие клавиатуры для меня добавляет какой-то атмосферы в летсплее, но при этом, не знаю, может быть, вам не нравится. Может, они вас отвлекают, наоборот. Поэтому... Ну, посмотрим. Вот это не лучший спаун. Жили у бабуси два веселых китобоя, которые меня заебали. Дориме. Ебать, молиться начал, и все хорошо пошло. Дориме, окорела, яри, дориме, амино, амино, латире. Охуенно. Жили у бабуси два веселых гуся, блядь. Сейчас как раздам. Раз, два. Ха! Он даже не успел среагировать. Ювелирная, блядь, работа. Я это могу проходить с закрытыми глазами, потому что я профессионал своего дела. Нахуя ты пол портишь? Нет, хорошо? Пошел нахуй. Жили у бабуси два веселых гуся. Один селый, другой белый, сука. Если взорвется черное солнце, все в этой жизни перевернется. Ля, как красиво. А почему у него в башке делает мед? Я просто хотел выебнуться, то что я не прячусь. А, попал, дальше! Ты почему ты, блядь, здесь не простреливаешься? Ну почему, блядь, у тебя башка малая? Я все время допускаю одну, блядь, и ту же ошибку. Видали? А, уехуя, блядь! Я не знал, что он выйдет. Вообще, мы должны сейчас, ну, быть натуральными ювелирами. Потому что поспешишь — гей на сметане. Кто понял, на что отсылка, ставьте лайк. Так. Ха, хули смотрим. Я не понимаю. Чё ты там, блядь, смотришь? Чё ты там нахуй смотришь? Чего ты там смотришь по сторонам, блядь? Ты кого найти хочешь? Не попал! Не попал, бедный несчастный! Ой, упал! Ой, не встать! Ты меня заебал! Ювелирная работа. Так, тебя я убью последним. Я, блядь, я догадываюсь, где еще один. Вот он. А тебя, блядь, я, сука, не знаю, блядь, что нахуй. Нести. Сдох живой, а мы повторим, блядь. Мы
Сука, залезть не могу. Умер. Живой. Я, блядь, буду кидать тебя столько, сколько не кидала при рождении тебя твоя мать. Ха! Лох ебаный, блядь. Еба, видали? Пошел нахуй, хули смотришь. Видали? Ювелир, ювелир. Хули смотрим. Ха, получилось! Не бей, не бей! Я мир! Я мир! Я, понимаете, я как будто бы уже Hotline Miami играю. Ну да. То есть я тупо иду вперед, не совершая ни единой ошибки. Я четко знаю, на что способен. Я даже уже не целюсь. Я просто уже не играю. Я уничтожаю. Куда ты смог? Не иди сюда! Я не совершаю ни единой ошибки. На! Все, все, я разогнался. На! Ебать, да ты нахуй выбегаешь. Ты еще и стрелять умеешь. Да как ты меня увидел, а? Жилю бабуси и два веселых гуся. Ау, ау. Нахуй пошел. Ха, я надеюсь, это считается, потому что это победный раунд. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Крэбби Гангстер. Пошел нахуй, а? Знаете, вот эти вот цифры 3-2... Вот эти цифры 3-2-1, они мне так смешат уже, блять. Они как будто бы издеваются. 1-2-3, гоу! Let's... Нихуя. Я даже уже не прицеливаюсь. Ну да. Вот знаете, вот первый день лета... Вот надо какую-нибудь историю рассказать. Чего я только ору? Пошел я нахуй. Вот первый день лета, это ну, формально лето, блять, первый день лета, первый день летних каникул. А в чем суть? Я впервые сегодня спал, ну реально с мыслями то, что никуда не надо. Ну как бы в теории я мог в субботу так спать, потому что в воскресенье мы не учимся, а в субботу учимся. Но при этом все равно мысль то, что вот единственный выходной, вот надо много чего успеть, надо озвучить сценарий, нужно сделать превьюшку, нужно что-то смонтировать обязательно. А сейчас я реально, я сижу на зоне, блять. У меня нету никакой паники, потому что я знаю, что впереди еще 2 месяца. Иди ты нахуй, как ты заебал, блять. Я все лето на это проебу. Знаете, если RTX Voice действительно будет неплохо работать, то возможно... Если я в этот раз это не пройду, а я сомневаюсь, то можно будет запустить какой-нибудь стрим по Dishonored, вот, по вот этому всему. А давай так. Стоп, еще не утрачено! Утрачено. Все, последняя попытка, я справлюсь. Вот прямо сейчас, раз, два. Смотрите, уже ювелирно пошло, просто вот ни одной ошибки. Раз, два, три, четыре. Вот я никогда не играл полноценно в это. Я это смотрел только один раз. Здесь вроде как нужно шмалять по бакам с ворванью, да? Здесь нет, по-моему, никакой ачивки, но мне просто уже заебался. На, блядь. Да чё так медленно? Быстрее давай. Давай быстрее. Да не так же! А, все, я прошел. Что есть интересного есть? Ебать, водопад в бездне, я только сейчас заметил. Очень красиво, очень красиво, мне очень нравится. Нахер ты мне это включил? Блин, круто. Почему я раньше в это не играл? Ну и пошел нахуй. Блять, что из меня снайпер хуёво. Хотя, смотрите, нормально. Что дает розовые баки, я не понимаю. Пизды. Ха! Снайпер! Мне нравится быть снайпером. Интересная работа на свежем воздухе.
и прибыльная к тому же. Здесь баков выпадает больше, чем у меня патрон, блядь. Они у меня, правда, бесконечные, но это не важно. Ну и уебывай. Что здесь еще интересного есть? Не, ну мне вот это прям нравится, прям водопад в бе. Так и было задумано. А чё оно раскаленное стало такое? У него что-то колеса горит. Представьте, если бы у этих бочек был урон, как в оригинальной игре. Я даже не видел, куда я стреляю. Предположительно, я взорвал их просто взрывной волной. Чужой. У них... А чего с ними? Почему они как корабль-джабы, блядь? Так, мне это не нравится. А можно реген? Блядь. Вот это страшно. Вот это страшно. Вот это страшно, вот это страшно, вот это страшно. Надо стрелять только по своим. Я не хочу умирать молодым. Дай мне хп, спасибо. Блять, все равно взрывная волна мне урон наносит. Ну ладно, это хотя бы не прямая бочка. Не надо. Так куда вы бочку желтую кидаете? Как я в нее попасть должен? Дайте хп, дайте хп, дайте хп, дайте хп, дайте хп, дай хп. О, хп, хп, хп. Я буду жить. Блять, нет. Так, ясно. Стреляем только по желтым и красным бочкам. Ясно, я нашел баг. Ну как баг? Фичу. Позицию. Вот почему аркейны не хотят мой результат записывать. Они знают, что я умнее. Что я все продумал наперед. Я набью сейчас 500 000 000 очков. А что если спрыгнуть вниз? А, мне Кэмпбелла дали. Так, я не знаю, в чем суть. А, без способности? Вы чё? У нас клинок китобоя, ебать. Он так, нахуй. Он меня не увидит. Вообще, кстати, по идее, это первые задатки для прохождения без способностей. Но разве нет? Блин, ну... Какие же красивые все-таки здесь миссии. Не все, конечно, но большая часть. Это мое яичко. Прозвучало странно. Пошел нахуй. Но если он здесь один... Ебать, напугал, блядь. Так, хорошо, где еще яйца? Я пришел за яйцами. А, это я на деньги играть должен? Не, идите нахуй, я не буду все это собирать. Oh shit, here I go again. А, ну все, я развеялся немножко и... Я победил. Ха, я его девку убил. Сука. Kill is always new. This is death. Он и правда его прикончит. Узурпатор, Эрен Йегер, тебе есть что сказать напоследок?